Velvet of Mr. Kite. There will be a show tonight. On trampoline. The Hendersons will all be there. Later, Pablo Fink is fair. What a scene. Over men. Horses, hoops, and garters, lastly, through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. K breaks through the ring. Don't be late, Mrs. K. Всех в этом чудесном зале, этим чудесным вечером. Особенно мы рады приветствовать замечательного Владимира Ильинского, которого мы хотим поздравить с его юбилеем и пожелать ему долгих лет рок-н-ролльной удали и всего самого прекрасного и восхитительного. А теперь музыка. Thank you.
Следующая песня называется Never Ready. На нее отснят клип, который мы отчаянно рекомендуем вам посмотреть, если вы еще этого не сделали. Makes you worry, makes you frightened. You never end for the pain. You never end. Giant boulder. Wait, burn and wait.
Следующая песня называется «Set Your Eyes on Me». И ее можно послушать на мини-альбоме, он же EP, под названием «Bloom», который вышел у нас уже теперь прошлой весной, но менее свеж он от этого не стал, так что тоже рекомендуем ознакомиться. Все так и цветет. А потому что цветы там. Thank you.
Спасибо большое. Следующая песня посвящается некоторому удивительному соседству. Потому что песня называется «День сурка», и сегодня день сурка, и мы еще ни разу ее не исполняли в день сурка. Так что вы все свидетели исторического события, с чем мы вас... Как, кстати, как там Фил увидел свою тень уже, или это будет у нас ночью? К сожалению, Фил все. Фил все? Да. Что? День сурка сегодня только у нас здесь, потому что у них больше нет Фила и... Кто? Вы все об этом знали? У них отменился день сурка сегодня, только у нас вот прямо здесь проходит, да. Я не знаю. Вот такие веселые... Спасибо! Придется играть грустнее. Ну что ж, мы и так всегда играем. Все у нас, как говорится, настигнут... Мы мрачные. Всякие там ползучие. И не только ползучие. Кто еще? Жужжащие. Ползающие. Хрустящие. Хрустящие? Ну, это кому как? На любителя. Ну, мы, конечно же, говорим о этих как. О жуках. Thank you.
Что ж, и в завершении нашего сегодняшнего выступления мы сыграем песню про мрачную девочку. Ничего нет страшного в том, что иногда побыть немного мрачными, потом зато будет больший контраст с тем состоянием, когда вам будет более весело. Вот, поэтому мы вам желаем испытывать все эмоции, но чтобы хороших, положительных было больше. Ну и плюс эта песня глубоко терапевтическая, так что если вы в конце вы поймете, почему будете с нами кричать, будет супер. Gloomy girl, gloomy girl, why are you so upset? Gloomy girl, gloomy girl, why are you so sad? Большое, Престокин, по-моему, совершенно шикарный
всячески их рекомендую. Да, да, да. Главное, чтобы не на фоне храма, а так нормально. У тебя был бы хоть стакан, когда ты играл. А ну и цыц! Так, сюда вот смотрим. Может быть, будет самый главный. Так, можно сюда. Да? Вот, вот сюда. Чтобы все были двойные подбородки. Да, поближе. Которую не видно за кладом. Раз, два, тихо. О, на меня спасибо. А, теперь наверх, да? Все. Так, наверх. Да. Отлично. Жизнь, наверх, жизнь. Еще разочек снимаю. Пушка не сработала. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.